Друзья, всем привет! Вы на канале Калининград Инсайт. Сегодня у нас 25 июля. Вот какая-то собака лает у нас. 25 июля, я продолжаю свой видеодневник. Итак, мы с вами находимся в Королевском парке. Идем в сторону улицы Юношеской. Эта улица в Кёнигсберге, если не ошибаюсь, называлась Пропсхайде. Названа она была в честь такой деревушки Пропсхайде, где под Лейпцигом происходила битва с Наполеоном коалиции, так называемой шестой коалиции, в которую входила Россия, Пруссия, Австрия, Швеция, там еще, уже не помню кто, Англия, по-моему. Они все сражались против Наполеона, и вот битва народов произошла под этой деревушкой. Так что вот такая вот улица Юношеская у нас. Сейчас здесь идет ремонт небольшой. Ну, вот прекрасно, надеюсь. Сюда мы пошли. Жена у меня хочет зайти в магазин. Магия камня называется магазин. Там есть полудрагоценные камни. Ну, это вот у нас шампиньоны тут растут. И пока она там будет у нас что-то покупать себе для рукоделия, мы с вами поговорим о новостях Калининграда. Сейчас зайдем во двор на этот вот дом, который на Юношеской находится. Построен был в Кёнигсберге в начале 20 века. Ну и до сих пор вот он используется по назначению. Люди тут живут, квартиры там. Ну вот такой двор, вот это немецкий. Ну теперь уже наш. Здесь люди живут, машины стоят. Вот такое состояние тут у него, как видите, этого дома. Дом вообще, конечно, интересный, но какие там условия, я так не скажу. Надо знать, что там, как живут. А вот этот магазин. Вот этот магазин, который... Мы иногда заходим, здесь всякие украшения, здесь просто продаются камушки. Разрешат ли нам съемку или нет, спросим. Ну, вот у меня жена тут пока выбирает, нам разрешили поснимать. Ну, вот такая тут красота такая. Камушки интересные. Ну что, все нашла? Вот такой браслет мы собираем. Ну давайте поговорим, пока у меня там жена выбирает себе. О новостях Калининграда. Я выбрал для вас новости, не может не самые главные такие, но интересные, на мой взгляд. Ну, например, новость про СПИ РВВК. Я переключился, покажу вам заодно двор этот на Юношеской. Итак, Тамбовский суд всю эту вот активы, все активы СПИ РВВК
завода, который находился и находится на берегу Нижнего озера, обратил в доход государства. Также все... Почему Тамбовский суд? Потому что там тоже находятся активы группы СПИ, которые по суду были обращены в доход государства. С чем это связано? Вот группа СПИ руководит и владелец ее Юрий Шефлер. И вот этот Юрий Шефлер, который владелец бренда «Столичная водка», вот он спонсировал украинскую армию. И вот это по закону у нас запрещено. И поэтому решено было все его активы в России обратить в пользу государства. Ну, еще и такая интересная новость. Вот было у меня видео про пляжи Калининграда. Вот пляж Светлогорска, точнее. Я вам говорил, что там море смыло частный пляж. Да, все радовались там. Вот. И вообще очень много стало частных появляться. Вот что-то какая-то стройка, стук идет. Частных пляжей в Калининграде. Люди жалуются, что и к Мечникову подъехать нельзя, к Сокольникам. Ну вот, прокуратура начала проверять пляжи. Ну, к моему сожалению, не те частные пляжи, которые у нас там организованы, а пляжи муниципальные. Оказывается, у нас есть такие. Проверяют они эти пляжи на предмет там, соблюдения норм, ну, гигиены. Также спасательные, как там организованы все дела. Есть ли спасатели, есть ли оборудование. Так что вот такие-то дела. Мне иногда хочется верить, что мои видео смотрят тогда люди из окружения нашей калининградской власти, да, и тоже хотелось бы в это верить. Смотрят, обращают внимание, может, примут какие-то меры. Так вот я помню, что когда-то делал видео по дорогам на Севастьяново, там был ужасно разбитый асфальт. Ну и вот видео, видимо, посмотрели, дорогу там сделали, залатали. Ну, может, и на Юношеской что-то сделают в водоворах, потому что вообще тут легко можно тут провалиться. Ну, вот такие новости, друзья. Все, оставайтесь со мной на канале Калининград Инсайт. Всем пока.